17 ноября представители передовой инженерной школы Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета организовали познавательную лекцию для всех заинтересованных студентов. Ее ключевая задача – рассказать молодому поколению, что такое стартап, как запустить собственный и как стартап-студия может помочь студентам реализовать свои идеи. У нас планируется цикл из трех семинаров, коротеньких. Это буквально встречи, на которых мы рассказываем студентам о том, что такое стартап. Вот у студентов такая возможность есть, относительно уникальные возможности. Очень круто, что как бы сегодня пришли люди, мы с ними прекрасно пообщались. Мы узнали, что такое стартап вообще. Мы обсудили, подискутировали. Вот. Ну и, безусловно, ждем всех на следующее мероприятие 24 числа. 12 часов оно пройдет. Лекция прошла в формате интерактивной игры, в ходе которой удалось сформировать небольшие команды будущих стартап-проектов и выделить лидеров. Неформальность встречи позволила наладить контакт между спикером и студентами, что облегчило восприятие новой информации. Было очень весело, интересно, было много людей. Также советую всем ходить, советую созывать этот народ, развиваться в этом направлении. Я вот также узнал сегодня много всего интересного. Узнал о том, как развиваться в этом направлении, как строить бизнес, с кем, где брать на это инвестиции. Стоит отметить, что проект является инновационным и амбициозным для России, и КФУ стал одним из 20 ключевых вузов, которые принимают участие в создании стартап-студии. Карина Саяхова, медиацентр Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз.